Ветеран Великой Отечественной войны Азир Дадашев готовится ко Дню Победы. Он ушел на фронт 18 лет и окончание войны встретил в Берлине. Сейчас ему 98, и он по-прежнему трудится. Нигер Золина продолжит. Подумаешь, 98. У меня еще есть силы. Азир Дадашев каждый день на посту. Силы есть, и чтобы следить за детской площадкой, и чтобы смотреть за деревьями во дворе. В этом доме он живет большую часть жизни. Знает каждого. Можно сказать, что все жители дома родились и выросли на моих глазах. Они мне как родные. Конечно, я обязан следить за порядком. Его любимое место во дворе – беседка. Для ветерана ее построили соседи. Здесь и наблюдательный пункт, и место для разговора по душам. Дома Азир Дадашев сидеть не любит. Прихожу сюда ровно в 7 утра и до вечера. Ко мне заглядывают соседи, мы играем в домино, пьем чай, разговариваем. Молодежь часто просит рассказать про войну, но мне больше нравится слушать, что делают они. Это придает мне сил, как будто я снова молодой. 9 мая в беседке во дворе вновь соберутся соседи. Они готовят для ветерана праздничный торт. Нигер Золина, Афган Афганзаде, Фуад Касымов, Мир-24. Сейчас в Баку проживают 27 ветеранов Великой Отечественной войны.